Первоуральские пожарные сменили служебную форму на костюмы волшебников, чтобы исполнить новогодние желания детей. Юным горожанам не только вручили подарки, но и предложили сами им попробовать себя в роли огнеборцев. Представлена елка у нас, на которой любой желающий может подойти, взять конвертик с желаниями, с подарками, и мы его, соответственно, выполним. Проводится с целью напомнить гражданам о правилах противопожарной безопасности и правильного обращения с огнем. Акцию устроили на набережной. Появление пожарных там стало эффектным. Вот они подъезжают на служебной машине с проблесковыми маячками. За рулем Дед Мороз, а пассажиры – Снегурочка и символ наступающего года – кролик. Среди сюрпризов для детей – возможность прокатиться на пожарной машине, применить экипировку огнеборца, а также самому потушить пламя. Профилактическую акцию в таком формате в городе проводят впервые. Очень интересная акция. Нам рассказали о ней в школе, пригласили. Нам выпало прокатиться на пожарной машине.